Всем привет, друзья! С вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Есть по телевизору, по телемагазину такая реклама, где рекламируют волшебный скотч. Сейчас она будет. Virtually welds itself to the surface, instantly stopping the toughest leak. The super strong waterproof tape. But Flex Tape grips on tight and bonds instantly. No ordinary tape. It's triple thick adhesive. И вот волшебным образом из Китая мне пришел вот такой же скотч двух разных расцветок, черный и белый. И вот вопрос: будет ли этот скотч работать так же, как в рекламе? То есть две таких вот пластинки. 10 на 20 вот такого скотча мне пришло. Стоит они 60 рублей вот одна такая пластинка. Сейчас мы просверлим дыру в ведре и заклеим этим скотчем и зальем воды и посмотрим, будет ли этот скотч держать в принципе воду, если его заклеить ну просто как скотч, как заплатку. То есть берем вот так вот и сверлим дырку. То есть вот у нас дырочка. Поверхность у нас так себе. То есть я бы не сказал, что чистая, но и не слишком грязная. Берем, отрезаем этого скотча. Чудо-волшебство. Удаляем. Фольгу. И все это дело залепляем. Довольно плотная такая залипка, заклейка. Я даже думаю, она вот такую заклейку выдержит. То есть сейчас мы воду нальем и посмотрим, потекет ли она. Наливаем воду. То есть все, воду налили. Смотрим, потекет ли она. Но пока сухо. То есть, в принципе, пока держит. Это неплохо. Надо подождать небольшое время, ну и посмотреть уже потом. Ладно. Там же есть еще вторая проверочка. Вторая проверка у нас еще круче выглядит. Будем вот так делать. То есть берем вот так и сверлим прямо уже в ведре. И у нас вода потекет. То есть вот у нас вода течет. Отрываем защитный слой. И давай-ка вот так вот. Шлеп. И она отвалилась. Но в принципе она воду останавливает. То есть своей клейкости ей хватает, чтобы просто остановить воду.
Офигеть. Представляете, держится. Держится. И вода не течет. Я офигеваю. Реально, что ли? Да давай-ка еще раз, как в рекламе показывают. Проверим, может, я вас обманул. Снова. Нет, вода есть. И оп. Нифига. Класс. Вообще она держит. Я офигел. Вода не протекает. Давайте еще разок. Все на одной заплатке. Да сейчас боком вот так вот сделаем. Чтобы было видно. Смотрите. Отрываем. Есть вода. Закрываем. Нет воды. Жуть. Это как волшебство. Прикиньте, работает. Можно такую штуку покупать. Еще один есть вопрос к этой же, к этому же скотчу. Может ли он приклеиться к ржавчине? Тут я заполнить, конечно, не могу водой. Скотч проверяю китайский, которым ведра он заклеивать можно. И заклеивает, ага. Прямо под водой причем. Я видел по рекламе. Везде клеит. Ну? По телевизору. А по факту не видел. По телевизору, да хоть что могут показать. Во-во. Вот я и сейчас вот этот. А к этому ржавчине, думаю, она приклеится. Конечно. Еще везде. Вообще. Он еще ровно клеится. Даже идеально приклеилась. А сколько стоит? Вот такая вот полоска. Вот такая. 60 рублей. А сколько она длина? Вот она. Только даже дохуя. Так, прошло у нас примерно минут 30. Давайте попробуем оторвать. Хуя себе. Подержать, помочь? Она этот. Только на палец липнет. Да не оторвать. Ну, не, тут, блядь, жестко, нах, смотри. А с этим. Жаль, что он рвет. Ну, тянет. Ладно. Попробуем отсюда оторвать. Ну, с пластика она и то. Не-не, вот нормально. Потому что здесь ты пробовал отрывать, она. Ну. А вот который первый тоже классно держит. Тоже хорошо. Следующую. А вот здесь ты не пробовал, да? Здесь не пробовал. А здесь туго было. Не. А не с краю. Не, не, это что-то. Тут под ней еще. А, тут еще этот. Всякое говно, короче, под ней. Да. Надо помыть просто. Надо, да, было. Почистить. Чистануть этим. Наждачкой, да, хотя бы. Да. Она все еще клейкая, понял? Да. Но она не приклеилась, потому что. Да. Хуй, все, блядь. Потому что не приклеилась, и поэтому. Ну, клей-то не этот, не, да, пристыл к ней. Пристыл, не. Так, вот что мы по итогу имеем. Реально такая латки работают. Такой скотч. То есть, в принципе, на пластике. Единственное, ему надо, видимо, за что-то зацепляться. Потому что металл прилипает настолько, что вообще не оторвать. Пластик, скорее всего, надо шкурочкой дергануть маленько, чтобы были царапинки. И шлепнул, и все, я думаю, на века. Еще одна, наверное, будет проверочка потом. Будет ли она на горячем держать. То есть, заклеить трубу. То есть, в принципе, можно даже ржавую трубу взять и заклеить, и она будет держать. А будет ли она держать горячую воду? Вот это вопрос. Ну ладно, кому понравилось такое видео, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Пишем комментарий. Ссылочку даже на эти фигню дам внизу, в описании. Ну и все. Всем пока, удачи, два туза, раздачи. Всем пока.